Всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Маклаксон, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новое видео по игрушке Beton Brutal. Или Beton Brutal, или Brutal, не знаю, в общем, в прошлый раз я впервые поиграл в эту игру, мне, ну, в принципе, понравилось. Здесь нужно, напоминаю, прыгать вверх, прямо как в игрушке Only Up. Это у нас просто вот сейчас какая-то новая тенденция пошла игр, где нужно куда-то лезть вверх и вверх. В общем, остановился я на 73 метрах в прошлый раз. Благо здесь оказались сохранения. То есть они здесь есть. Это просто слава богу. Я боялся, что... Так, секунду, я убавлю звук. Боялся, что придется снова карабкаться с самого низа. Благо принесло. Но в прошлый раз я упал вот откуда-то вот отсюда примерно. А, вон с тех вот штучек я упал. Так что сейчас нужно будет туда быстренько вернуться. Так, и маленечко вспомнить управление, потому что я уже снова немножко отвык. Сейчас будем нарабатывать снова навык. Надо сконцентрироваться на этой игре. Только рука чешется. Так, и продолжаем, в общем. Прыгаем вот сюда. И дальше по трубам. Так. Опа. Так, осторожно. Сейчас главное не налажать. Не хочется снова вернуться туда, где я только что был. Все-таки надо помаленечку продвигаться все выше и выше. Забыл, куда здесь идти. Так, стоп, а реально, куда идти-то? Не вижу. Так, стоп, что за прикол? А, вот сюда, да? Вниз. Надеюсь, что да. Забыл уже, на самом деле, как я карабкался наверх в этом месте. Но, по-моему, где-то здесь я был, да? Надеюсь, что да. Ну, по крайней мере, пока метры растут понемногу. Так, вон там вот я бегал в прошлый раз. Да, вот туда нам нужно. Падаем, прыгаем на трубу, прыгаем дальше, прыгаем сюда, прыгаем сюда. В принципе, по трубам здесь еще более-менее. Если следить за своими руками и ничего лишнего не нажимать, быть сконцентрированным, то в принципе все хорошо. Но все равно, как начинаешь играть в такие игры, сразу все, руки потеют, сам потеешь, начинаешь волноваться, бояться, что сейчас упадешь в самый низ. Поэтому нужно аккуратненько. На самом деле, чем быстрее вот я сейчас прохожу эти трубы, тем мне спокойнее, потому что все-таки страшно. Так, забираемся вот сюда, значит. А, ну да, опять же, здесь была лестница. Вот, в прошлый раз я здесь все не мог найти. Как же мне пролезть-то выше? Ой, немножко перелез. Не мог найти мне, как пролезть выше. А оказалось, что там просто нужно было в одном моменте развернуться назад. И там было продолжение. Так, вот здесь сейчас нужно предельно осторожно, потому что вот здесь уже есть вероятность упасть достаточно так прям, ну, конкретно вниз. Вот сейчас вспомним, где-то здесь, по-моему. Вот, нужно было... Да, вот здесь мы сейчас идем по низу, сейчас вот сюда наверх залезем. Так, продолжаем. Прыг-скок, вот. Вот здесь нужно было развернуться и продолжить уже по верхушке в обратную сторону. И вот вот так мы попадаем вот сюда. Оп, оп. Вот здесь я в прошлый раз упал, по-моему. Поторопился немного. Так, стоп, а здесь... Так, вот здесь я не понял. Так, стоп. А я разве здесь не забирался в прошлый раз? Странно. А куда? А, вот сюда. Да, значит, здесь я точно еще не был. Тихо, страшно. Сюда, я так понимаю. Да, вот сюда. Так, ладно, вот теперь уже снова начинают нервишки играть, потому что снова неизведанная локация. Первый раз здесь иду.
Там-то уже понятно все было. И известно. Ох-ох-ох. Ну давай, Бетон Брутал, не разочаруй. Так. Так, так. Отлично. Падаем. Продолжаем карабкаться. Так, здесь как-то... Вот надо научиться прыгать боком. Думаю, это будет очень полезно. И наверняка таких моментов будет еще очень много здесь, в этой игре. Ну, пока вроде бы более-менее все идет. Ой, тихо, вот сейчас чуть не упал. Пока продвигаемся. Так, снова трубы, господи, как мне уже надоели эти трубы. Так, вот сюда, вот сюда, сюда, сюда и сюда. А дальше, вот либо сюда, либо это нас пытаются увести в другую сторону. Нет, скорее всего, все-таки сюда. Ух, нет, видимо, не сюда. Так, ну вниз нам точно не надо, я думаю. Блин, а если туда надо было? Но я не уверен. Черт. А вот если я сейчас прыгну вниз, это что? Это куда меня вообще? Это же меня вниз ведут снова. Черт, вот снова я не знаю. Твою мать! Вот это жесткая подстава. Да, о чем я и говорил. Собственно. Придется сейчас снова возвращаться. Да. Начинаем снова отсюда. Хотя, ну да, отсюда. Думаю, сейчас как-то побыстрее немножко попробую весь этот... всю эту дистанцию пробежать. Потому что слишком много времени все-таки на это уходит. Еще возвращаться туда, блин, где был. Да, конечно, поторопился. Сказать нечего. Так, и снова я забыл, куда здесь идти. Вниз, да? Вниз, да. Вот сюда прыгаем. Возможно, здесь еще какие-то есть пути. Я не знаю. Тут как-то все так в разные стороны идет. Я вам говорю, такое ощущение, как будто бы несколько вариантов, как здесь можно пробежать. Ну, хотя, с другой стороны, вроде они просто все идут в круговую. Так, ладно. Продолжаем преодолевать наши трубы. Так. Ой-ой-ой. Давай, скорее, скорее. Хотя, что скорее? Сейчас я со своим скорее улечу в самый низ, я думаю. Ох, и тогда я точно сойду с ума. Сюда. Сюда. Продолжаем бежать по верхушечке. Так, так. Ну, в принципе, не так долго я возвращаюсь, я думаю. В принципе, достаточно быстро получается. Уже руки помнят, как говорится. Понемногу получается. Так, здесь я прыгал вот сюда. Здесь вот сюда и вот сюда. Потом. Вот так. 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 И мы наверху. Ладно. Все не так плохо, как я думал. Ох-ох-ох-ох. Столбики. Так, вниз. Боковой прыжочек, вверх, хоп, хоп, хоп. Все, ребят, пошел спидран просто. Пошел лютый спидран.
Главное сейчас не доспидраниться. Так, снова наверху. Снова сюда. И снова трубы. Я забыл, где я упал. Я на трубах упал? Или нет? А, я не понял, куда мне идти, да? Почему-то мне кажется, что вот сюда нужно, нет? Или это обман? Вообще, видите, здесь же есть какое-то продолжение. Возможно, нам действительно сюда. Нас сейчас просто по кругу проведут. И мы вернемся. Ох, нифига, тут уже прыжки такие серьезные. А! Да. Вот я идиот. Я вернулся туда, где только что сам прыгал. Так, ладно, значит, нам точно не сюда. Значит, нам точно в ту сторону нужно. Фу. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Продолжаем прыгать сюда. Так, а я не понимаю. А что мы можем здесь сделать? Нам реально вниз надо? Ну, видимо, да. А, ну да, да, все. Тогда все правильно. Здесь аккуратненько проходим по краешку. Где? Ох, как здесь ярко, господи. Нельзя так слепить резко человека, когда, блин, тут игра вся темная. Ё-моё, тут еще надо найти способ забраться. Так. Дальше. Сюда. Сюда, сюда. Ну все, хорошо. Нашли продолжение. Так. Пробегаем. Продолжаем. Так, сюда не можем. Сюда. 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 Нет, все-таки на трубы. Ох, ох. Так, да, вот мы в этом месте. Где я думал-то, как все-таки. Ох, тихо, тихо, тихо. Ой, надо понять еще, как эти лестницы работают правильно. Так, хорошо. Получилось. Так, а вот это вот опасно. Попытаюсь прыгнуть на край, чтобы, если что, упасть хотя бы вот на трубу. Так. Ух, налетел. Ух, повезло. Уф, опасно, бля. Ой-ой-ой-ой. Так, а вот здесь куда? Я так полагаю, сюда. Блять, это была обманка. Мы здесь подпрыгнуть не можем. Ё-моё. Так, я лучше вернусь, пока я совсем не упал. Так, вот тут я сейчас что-то реально не понял прикола. Куда мне прыгать-то? Ну не просто же так здесь вот этот выступ. А куда он дальше ведет, я не понимаю. Очень странно. 140 метров. Подождите. Но... Ну не сюда же. Да блин, я не так хотел. Так, вот сюда я хотел. Ой-ой-ой-ой, чуть не упал. Ребят, не пойму. Вообще не пойму. Да. Это какая-то жесть. Итак, ребят, чтобы никого не мучить, я быстро вернулся в это место. На самом деле, знаете, уже навык как бы прям вот растет. И я, кстати, вот говоря, сейчас увидел здесь возможность сократить такую небольшую. Вот так вот по лесенке я смог забраться. Кстати, а это не то ли место, где мы прыгали по верхам сейчас? Может быть, нам сюда просто нужно на самом деле?
Да, смотрите, мы здесь точно не были. Да-да-да, вот, отлично, все. Это точно то место, которое нам нужно. Так, это что у нас снова здесь? Ожидает об опасности того, что можно упасть. Ох, ладно, получилось продвинуться. Давайте тогда продвигаться, пока получается. Так, сюда. Отлично. Так. Не знаю, куда нам тут. Ну, давайте просто пойдем пока дальше, как задумано. Скорее всего, вот сюда. Так. Оп. Сократили. А может, так и нужно было. Так, так, продолжаем бегать по каким-то непонятным бетонным штукам. Постепенно лезть все выше и выше. Так, сюда, я так думаю. Дальше. Так, ну туда мы, наверное, не запрыгнем. Да, мы только на трубу запрыгнем здесь. Угу. Судя по всему, сюда. Так, ну давайте как-то, не знаю, сэкономим себе сразу время. Ладно, не получилось. Придется пробираться с самого низа. О, бегать по заборчикам, прям как я пробовал один раз уже и упал благополучно после этого. Так, так, так. Так. Отлично. Ну, слушайте, вообще неплохо идет у нас весь этот процесс. Уже 160 метров. Скоро будет почти 200. Это будет клево. О, вот это вот... Ой-ой-ой. Вот это вот серьезный прыжок. А, подождите, а нам туда? Или сюда? Можно, можно и туда, и сюда, я думаю, да? Ух, долетел. Отлично. Сюда. Дальше по лесенкам. По верхам. Так. Хорошо. Так, здесь мы наверх не залезем. Значит, идем здесь. Ой-ой-ой-ой, тише, чуть не упал. Похожие места, как те, где вот я сейчас нашел, наконец-то, как пройти мне дальше. Такие же лесенки висят. Фух. Так, продолжаем. Здесь ничего, большие колонны непонятные. Так, стоп, а вот тут я не понял. А, вот туда. Ладно, давайте. Туда, сюда. Стоп, а дальше? Подождите. Нет, стоп, я пока не понял. А, стоп, я же здесь был. Видимо, куда-то не туда я свернул. Так, а может здесь по низу нужно было идти? Нет, 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 нет. Блин, я вот сейчас пойду. Ладно. Не, ну здесь определенно по верху. А куда дальше? Я куда-то снова не туда свернул. Но здесь наверх никак. Здесь точно сюда. А, вот оно как. Сюда. Видите, они такие здесь... Есть такая лестница, что ее практически не видно на заборе. Вот, теперь понятно. Да, сразу заметил. Так, дальше. Сюда. Сюда. Вот. Другое дело. Ой, блин. Так, давайте сразу посмотрим сейчас, как идти дальше. Дальше нам сюда на бок, а вот сюда на сердце. Все понятно, понятно. Сейчас быстренько сделаем. Сделаем, сделаем. Так, сюда. Сюда. Тут можно сразу сюда.
Кстати, интересно, можно ли туда упасть, вон, в белое пространство, даже неизвестно. Есть ли там вообще что-то? Опа, попал. Отлично вообще. Так, здесь. Точно сюда? Думаю, да. Да, здесь мы не были. Значит, нам сюда. Так. Так, так. Угу. Так, тихо. Вот здесь сейчас опасно. Присутствует, блин, вероятность упасть. Очень надо осторожно проходить. Так, так, так. Ой-ой-ой, что-то я аж как-то сильно перепрыгнул. Моментик-то. Ух, так, сюда вроде. Много-много бетонных блоков. Что-то все подвешенное здесь. Ой-ой-ой-ой. Ну, не похоже, чтобы нам было сюда. Но там был... Вот здесь было вот такое ответвление. Так, стоп, или я пришел отсюда? Вроде нет. Да, я пришел точно не отсюда. Да, нам сюда. Вот лестница, видим. Давай, забирайся. Снова такие вещи. Угу. В какую-то из сторон нужно двигаться. Ой-ой-ой. А вот это вот. Я сомневаюсь уже теперь. Давайте попробуем в эту сторону идти. Да, вот здесь, в принципе, все продолжается. Так, здесь наверх. Сейчас у нас уже будет 200 метров, ребят. Так, снова трубы, мои любимые. Ну, здесь, думаю, сюда. Так. Снова нас предупреждают о том, что можно упасть. Так, а что я далеко пошел, если тут как бы вот... Угу. Сюда. И сюда. Давайте сейчас вот этот момент пройдем. Снова с этой оранжевой. Оранжево-черной аркой такой по периметру общему. И, наверное, там будем пока заканчивать. Так, очень не хотелось бы упасть. Потерять прогресс. Чем ближе к концу, тем больше я начинаю снова волноваться. Так. О, давайте вот так сделаем. Наверняка не просто так здесь лестница дает нам шанс. Да. Дает шанс сэкономить время немножко. Так, отлично. Да что? Что такое, а? Давай уже. Ай! Почему-то я на эту лестницу начинаю запрыгивать. Что-то из shift выжимаю все, что можно. Да. Ты что за прикол? Так, тихо. Все. Никаких лишних движений. Тем более тут одни лестницы кругом. Так, все, тихо. Фу, блин. Тихо и спокойно. Движения такие делаем. Так, дальше. Не вижу. Вижу. Опасный прыжок. Отлично. Получилось. Так, еще один очень опасный прыжок. Фух, отлично. Так. И, кстати, уже 200 метров я перешел, даже не заметил, уже 220. Превосходно. А куда дальше, пока не пойму. Не пойму, но вижу, что мы уже входим в новые локации.
Блин, ну точно сюда надо было. Почему забор сюда идет? Вы же не хотите сказать, что нам сейчас нужно вон туда. Так, нет. Ой, ладно, давайте тогда здесь мы будем сейчас заканчивать. На высоте 221 метра. Общее время прохождения пока что 54 минуты. В следующей серии я продолжу смотреть, куда там дальше идти. Дело должно идти немножко побыстрее. Там уже, гляди, за метров, может быть, 400 уйдем. Вот. Ну, в общем, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и увидимся в новых видео. Всем, ребят, пока!